Доброе утро. Уже следующий день. Уже давно мы уехали из Вены. Давно мы ехали с Австрии. Хотя нет, с Австрии выехали только сегодня утром. В общем, мы сейчас уже в Словении. Там не получалось снимать, потому что там были дороги и ночи, и устали как-то. Короче, не снимали, извините. А сейчас мы в Словении. И здесь вот так вот. Сейчас настоящие горы, блин. Какие? Фоткаю. Фотки, как все делают. Только на свою камеру, а значит, моя фотка. Пока что Словения самая красивая страна, которую мы увидели за это время. Мы так заезжаем в каждую страну. Да. Начиная с Литвы, мы говорили, что Польша получше, потом Чехия чуть лучше. Что будет потом? Италия. Будет ли она лучше, чем в Словении? Вот в чем вопрос. Оставайтесь с нами, и вы не пропустите наши эмоции. Телевидение. Это, конечно, очень красиво. Мы подходим к озеру. Сначала наши впечатления, потом покажем. На самом деле, на фотографиях в Инстаграме мне казалось, что они отредактировали цвет воды, но вот я сейчас смотрю, нет, она действительно изумрудная. Я хочу здесь искупаться. О, вот этот, смотри. Сейчас мы находимся в городе Блед. За нами вы видите остров Блед и озеро Блед. Все через Блед. И это одно из уникальных мест Словении, да и, можно сказать, всей Европы. То, что часовня, там маленький остров посредине озера, и там на этом острове часовня, и вода бирюзового цвета, и все вместе, это прям как из открытки. В Словении есть самое старое в мире виноградная лоза, которая занесена в книгу рекордов Гиннесса. Ей уже 400 лет, но она исправно дает виноград. Еще в Словении много пещер, так что мастер Муси, наверное, здесь тусил в свое время. Да. Здесь, по идее, больше 10 тысяч пещер. Рядом с нами национальный парк, один из старейших в Европе. И по этому парку проходит очень знаменитое среди рафтеров и вот эти все каякинги. Река называется Сочи. Река, короче, крутая. Марис был, Раймис был. Мы будем. Только не будем рафтинг. Мы будем зиплайн делать. Так что оставайтесь с нами. После этого будет зиплайн. Просто спуск среди гор. Здесь нельзя купаться. Засними их. Пускай, давай. Словения какая-то спокойная, умиротворяющая. Люди здесь какие-то доброжелательные и, не знаю, только пока что позитивные эмоции. Сейчас вот стою, смотрю, куда мы движемся дальше. Есть город Бовец, определенно мы там будем ночевать. Но между этим вот и находится этот национальный парк Триглав. Есть пару точек, я вот думаю, в город и завтра все делаем, либо сейчас по пути сделаем, хотя уже время. Вот.
Смотрю маршрут, смотрю, как долго до Венеции нам ехать. Высота и с таким-то видом, чё уж, чё греха таить. Вон наша машинка. И вон какие горы! GoPro отдаляет, но горы, конечно, обалденные. Это прям скалы. Ну, мы сейчас едем. Остаемся на заправке. Извините, что жую. Сейчас едем на Крянская гора. Точнее, мы уже здесь. И здесь очередное озеро. Красивое. В Словении говорят, красивое озеро. Поедем посмотрим. Красота. Кипят. О, горы. Повсюду. Вон Сачка. Сачка! Йоу-йоу-йоу! Мы сейчас возле горы Крянск. Здесь очень красивое озеро и невероятные горы. В принципе, ты можешь заснять, посмотреть, какие там горы. Они высокие. И сперва можно подумать, что они снежные, но нет, это просто они каменистые наверху. На них перестают расти деревья. Это очень здорово, это очень красиво. И на самом деле не устану это повторять. Всегда такое ощущение, как будто тебя засунули в картинку, которую ты смотрел в интернете раньше. Ты смотрел красивые картинки, смотрел, а тут ты внутрь попал. Ты такой, опа, вот это да, это круто. Смотрите. Как тебе перевал, то, что мы наверх поднимались? Было очень страшно. Мы думали, что у нас не получится, потому что подъем был очень крутой, но машинка справилась. Но у меня руки трясутся. Спускаемся обратно, потому что там какой-то затор, там поставили знак, нельзя ехать, возвращаемся обратно. Пропустил ребят, спускаемся дальше. Вот, наверх покажите, Александра, какая дичь у нас тут над головой. Ну, самое главное, что машинка-то 1.4, механическая коробка, исправилась. Шкода-то 2006 или 2007 года какая. Спасибо тебе. Спасибо отцу, то, что предоставил машину. Я сегодня диджей. Так что музыка, под которой мы едем, это вся моя заслуга. И я считаю, что я подбираю самые лучшие треки для самых лучших поездок. Мы только что заехали в Италию. Буквально 10 километров и вернулись в Словению. И тут остановились на серпантинской дороге, очень офигенные скалы, какой-то старый замок, и это здорово. И GoPro, кстати, садится, но вон скалы, вон дорога, не видно, да? Скалы, и вон замок, вот она. Привет! Вот она. Я Сача. Почему я три пальца сделала? Потому что ты фанатка голодных игр? Голодных игр. Ну там где-то с луком точно. Была баба. Я знаю. Как она делала? Фи, у тебя не у тебя грязненько. Ну вот мы уже приехали в конечную точку. Заселились в наш гестхаус. Это может быть покажем. Сейчас пришли в кофеюшку покушать. Кстати, наш первый ужин в ресторане за эти 4 дня. На улице уже темно, поэтому я начинаю мандражировать. А я пью горячий шоколад. А ты, миссис, телефон. Что поделаешь, социальная жизнь, какая она есть. Мы в Словении, сейчас сюда идут туристы, поэтому будем говорить быстро, четко и по существу. Здесь очень красиво. Очень красиво, невероятно. Пошли. Да.
Вернитесь! Вернитесь в кадр. Добрый ран. Чего вам нравится? Он сказал бумеранг. Меня попросили сделать бутерброд с сыром. Я сделала, но поплатилась за это глубокой царапиной. Пока. Что сказала? Пока, лузеры. Сам ты лузер. Ты лузер. Ты говна кусок. Ты лузер, иди отсюда. Ты говна кусок. Иди отсюда, лузер. Заткнись, лузер.